Правда, где вымысел, действительно был какой-то интерес или нет. Футболистам интересуются все команды мира. Прошла. Самуэля. И тоже, в общем. Ах, какой Виго, это большой мастер. Ну здесь. Ну классно. Спереди, кстати говоря, на... Сейчас посмотрим за этой атакой. Момент. Передача. Хатебур. Гомес. Его могут накрыть. Наверняка все видит, все чувствует. Аргентинец. Момент. Госа. Опять как работают фланги, а? Бивает. Гомес. Передача в направлении Муриеля. На свободное пространство, в свободную зону. Да! Уходящий, да? Траектории мяч. Хатебур. Гомес. Который, в общем, способен... Гомес. С удовольствием для вас эту игру прокомментирую. Мурье. Кальдаре. Гомес. Гомес. Перевод. Насная атака. И опять, посмотрите, как моментально Алехандро Гомес Гомес. Хорошая передача. И... Которая умеет играть в футбол. Да, вот. Находят Гомеса. Тут тоже не будет торопиться. Но в нужный момент. Этот балканец. А здесь Гомес. И пошел Алехандро. И вот сейчас бы на Муриеле сделать передачу. Но он сам идет вперед. Вот теперь передача. Лассу тоже было 36. Алехандро Гомес у мяча. Гомес. Удар. Чуть не точно. Было нарушение правил, но продолжает этот талант владеть мячом. Еще один пас. Гомес. Но пробил не очень опасно. Гомес. О, как здорово. Муриель. Ай, нет, в следующем выездном против Джено. А вот потом домашний Скаль. Борьбы. Зачем останавливаться и чего-то ждать? Надо продолжать. Черный полузащитник серб. В 18-м году... Да, Симона Дзадзе. Мы с вами об этом говорили. Пора бы ему... Его Турино. Севера Италии. Гомес. Ох, какой. Мино. Ну, первый был. Опередил. Шелич. Напротив, вернется.